гусеничный трактор развивает мощность 60 кВт. При этой мощности средняя масса расходуемого за 1 час дизельного топлива равна 18 кг. Найдите КПД двигателя. Для начала запишем дано. Мощность P равняется 60 кВт. Переведем в систему C. Это 6 на 10 в 4 Вт. Время T равняется 1 час. Переведем в систему C. Это 3600 секунд. Удельная теплота горения топлива равняется 42 на 10 в 6 джоуль на килограмм. Масса топлива равняется 18 кг. Найти КПД. КПД равняется А полезное на А затраченное и умножить на 100%. Эту формулу нужно знать. Работа А равняется мощность П умножить на время. Эту формулу нужно знать. Тогда полезная работа, которую развивает трактор, будет равняться мощность трактора умножить на время Т. А затраченное. А затраченное – это энергия, которая выделяется при горении топлива. Q. Количество тепла Q, которое выделяется при горении, равняется удельная теплота горения на массу. Эту формулу нужно знать. Тогда Q равняется Q дизельного топлива умножить на массу топлива. Тогда А затраченное будет равняться QM. Тогда КПД равняется А полезное. А полезное – это мощность P умножить на время T. Деленное на А затраченное. А затраченное – это QM. И умножить на 100%. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав, получаем. КПД равняется 29%. Запишем ответ. КПД равняется 29%. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.